Всем доброго солнечного дня. Сейчас я нахожусь около аллеи тысячи сосен в городе Горячий Ключ. И здесь у нас есть такое чудесное местечко, где растут кувшинки и плавают черепашки. Сейчас я покажу. Вот они купаются. Такой райский оазис в парке. Вот кто-то сорвал кувшинку, посмотрите. Очень вкусно пахнет кувшинка. Не знаю, зачем ее сорвали. Потому что так очень красиво они растут. Такой водопадик небольшой. Обычно черепашки, когда прохладно, они сидят на камушках. Но вот сейчас жарко, и они все в воде. Да, их, к сожалению, на камушках сейчас не увидеть. Всем хорошей, удачной недели. Пока-пока.